Взрослые тоже ходят в школу. Правда, этим ученикам за партами сидеть не пришлось. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С». С вами Марианна Мирная. В гостях у меня сегодня актеры театра «Самарт», которые несколько недель провели в театральной школе Союза театральных деятелей. Привет. Привет, Алексей Елхимов, Татьяна Михайлова, Алексей Миженый. А, рассказывайте, давайте от печки пойдем, наверное. Это от нашего Союза театральных деятелей, от самарского. Да, выпала вам такая удача побывать где? В летней международной театральной школе СТД РФ. Это летняя, это была юбилейная театральная школа, 10-я уже. И нам очень повезло, что мы туда аж втроем из Самарта попали, а вчетвером от области. Еще был парень из Тольятти. Слушайте, один из Тольятти и трое из Самары, да, получили? Вы все из одного театра, прекрасно. Да. Скажите, где вы были, потому что это не в Самаре находится, да? Татьяна, где это территориально? Это пансионат, который принадлежит Союзу театральных деятелей, Звенигород. Находится он под Звенигородом. Это очень красивое место, такое благодатное. И там вот мы жили. Да, сосны, липы, ели, озеро, просто шикарно, воздух прекрасный. Сколько там времени, получается, всего провели, Леша? Ну, чистого времени мы были там с 1 числа по 28, с 1 июня по 28 июня. То есть практически полный месяц, 4 недели такого драйва, да? Пионерская смена такая. Такая пионерская смена. Пионерлагерь. Ну, я так понимаю, потому что я очень активно наблюдала за фотографиями в соцсетях, которые вы выкладывали. Отдыхать, как бы, я не сказала бы, что вы там отдыхали, да, заотдыхались. Там прям программа насыщенная была. Я так никогда не отдыхала. Да, была очень насыщенная программа. С первых дней у нас были занятия по мастерству, а после обеда до упора мы работали с режиссером над постановкой спектакля. А после того, как занятия по актерскому закончились, сменились на профильные дисциплины. Это с 9 утра и до 2 часов дня занятия сцен-движением, фехтованием, сценической речью, ритмикой и так далее. А после обеда опять до 12 до упора мы делали спектакль, который выпускали и потом катали по Московской области. Слушайте, ну прям паха-то какая-то настоящая получилась, как в институте, да, если еще с такими... Школа есть школа, как у школьников, да. Это полезно для уже зрелого взрослого артиста вот так вот переключиться, да, и уже почувствовать себя вот именно как за школьной скамьей, вот в таком в хорошем смысле. Это как раз очень полезно. Вообще там значится, что это до 35 лет, а вот в 38 лет это еще нужнее. Я вообще думаю, в 50 лет вот людей туда запустить. Эх, они там будут, наверное, отжигать, потому что это просто счастье невозможное. Это такое омоложение организма. Ну и потом дисциплина. Как бы ты все-таки, ну я скажу про себя, конечно, ты как бы с возрастом, с опытом у тебя, конечно, такая есть немножко, приходит такая, ну, как сказать, такая легкость, что ли, какая-то немножко, ну такая развалкость такая, что ли, такая, вот. И ты как бы немножко себя, свою дисциплину немножко слегка так распускаешь. А там это как бы вот этот, за этот месяц ты как бы опять встрепенулся, опять к азам каким-то вернулся, и тебя это... дисциплинировал здорово очень. Вообще же у артистов, насколько я знаю, принято несколько попозже начинать свой рабочий день, да, репетиции даже утренние, они начинаются где-то часов в 11, редко раньше. А тут, получается, с 9 утра сложно было себя перебарывать, чтобы включаться или быстро включились вот в эту новую систему? Мы когда ехали, мы, конечно, общались и обсуждали, а как там будет, а сможем ли мы включиться в такой процесс уже вроде бы... Ну, волновались немножко, но на самом деле как-то переключились, и вот мне не было сложно. Я не знаю, как ребятам, но уже сам ритм этот не выпускал. Ну, я думаю, там как бы природа, конечно, она помогла быстрее сориентироваться, потому что отвлекающих факторов, которые есть в городе, там интернет, там телевизор, автобусы, машины, ну, все, вот этот весь шум-гам, его там просто нету. И получается такой момент, что ты туда попадаешь, как бы такой своеобразный вакуум. И кроме как на работе, на учебе, тебе концентрироваться там не на чем просто. И ты как бы дня за два, за три, ну я про себя опять говорю, то есть как бы ты включаешься, концентрируешься. И, ну естественно, опять же этот режим. Завтрак вовремя, там в обед, обед вовремя, ужин, который тебя заставляет, ну как бы ты хочешь, не хочешь, ты попадаешь в эту дисциплину. В этот ритм. В этот ритм, да.
новые какие-то, что-то новое открыли для себя, вот чему-то научились, потому что, ну, все равно, в школу театральную вы все прошли, mm-hmm. да, в институтах учились. Понятно, что работаете по одной, все актеры работают по одной системе Станиславского. Там что-то было новое, чего вы раньше не знали, не умели, допустим, какие-то новые навыки, может быть? Тренинг был очень мощный вариант, потому что преподавали нам лучшие преподаватели в России, преподаватели из Щепкинского, из Щукинского, из ГИТИСа, из лучших вузов, приезжали на мастер-классы лучшие режиссеры, Бутусов приезжал, Райкин приезжал с мастер-классами. И, естественно, новых открытий, они чуть ли не каждый день были. Каждый там день. По сценической речи мастер-класс Елены Ласковой из Щукинского, это просто одно открытие большое. То, что мы делали с Подегимусом по системе Михаила Чехова, мы немножко занимались им в институте, но с таким мастером, человек, который посвятил практически полностью свою взрослую жизнь изучению Михаила Чехова, от него это было услышать, понять и записать, и вместе с ним этот путь проделать. Это просто невероятное счастье. Это очень круто. Конечно, это новое. Вот это получается такая своего рода повышение квалификации, да, для да. творческого да. работника какого-то. Да, да. А вот эти какие-то навыки, умения вот в театре режиссеры ждут, что вы как бы в сезон выйдете уже такие обновленные? Вас, может быть, там как-то будут по-новому использовать, закручивать теперь таких после школы? Дай бог. Режиссеры не знаем, чего ждут. Дай бог. Режиссеры, я не знаю. Но мы им будем помогать. Дай бог, теперь-то уж мы им поможем с троекратным усилием и с теми возможностями, которые нам школа дала, естественно. Хочу поговорить с вами о том, что вот вы сказали, 5 спектаклей аж, да, было поставлено да. вот угу. в рамках такой театральной вот этой школы. Вместе с актерами из других областей каких-то, угу. да, это же все совместная да. такая была работа. Да. Насколько сложно или легко вот была вот это срабатывалось вам, потому что с партнерами, с которыми вы в одном театре работаете, понятно, вы уже друг друга знаете, чувствуете, а тут же новые люди, по сути, с которыми вы раньше на сцене очень вместе не стояли. Это было одно из самых интересных. То есть у нас же очень узкий круг общения. В театре ты же как в секте находишься, потому что ты все свои. Ты всех знаешь, ты уже видеть людей не можешь, все равно ты видишь, как хочешь. А там были другие люди, и соотношение себя и этих людей, вообще, где мы находимся, где вообще находится театр. Это было очень интересно. И человеческие открытия тоже, опять, про своих ты знаешь всю биографию примерно. Так, приблизительно понимаешь, кто о чем может рассказать. А там люди рассказывали истории даже для спектакля. Для меня это было тоже каждый раз открытие, что у людей такие судьбы. Ну, это еще использовалось там в спектакле. Очень интересно. У нас есть несколько фотографий. Давайте мы со зрителями вместе будем их смотреть. И как раз рассказывайте, что это в кадре у нас. Это не девочки. Это мастерская Праудина и мастерская Брусникина. А, то есть это направляющие, да? На асфальте, да. Да, да, да. Прекрасно. Это вот Алексей Меженный. Это я, да. Это да. селфи, да? Себяшечки, это фотография да. селфи. Да. Вот как раз Константин Райкин. Он тоже, да. А насколько вот с такими мастерами работалось, что вот они вам давали и как они вас воспринимали? Ну вот этот мастера как раз были, сейчас только что был Анатолий Аркадьевич Праудин, он с нами ставил спектакль, вот эта работа над спектаклем, а предыдущая была фотография, это Сергей Женовач приезжал с мастер-классом, вот как раз одна из репетиций. Надо сказать, что были более чем из 40 стран гости, а в нашей группе были люди из Сербии, из Индии, из США. Вот этот парень из Индии как раз Раджив. Угу. Замечательный парень. Вот Леха. Парень. Это да. в образе, это Дон да? Гуан, да. Это, или, по-моему, Выстрел. Или... То есть ставили Дон Гуана, да, я правильно понимаю? Маленькие трагедии. Маленькие Пушкина. Чума на оба ваши дома, и Дон Гуан у нас получился. Ну и мотивы там небольшие, из Моцарта. Да, да, да. Так получилось, что чума была просто сквозной темой всех маленьких трагедий, и она как бы стала составляющей. Ну, насколько поняла, Леш, ты был Доном Гуаном, Тань? Я была третьей частью Доны Анны. Третьей, что? Ну, там было три артистки, которые играли Дону Анну. Я была одна из трех. У нас было три Доны Анны, три Лауры. У нас был Моцарт, у нас Жид был. Ну, дело в том, что это же этюды, и поэтому все сочинялось из этюдов, из наших личных каких-то сочинений, из наших личных опытов. Выстраивался вот спектакль, когда... Да. Как он все-таки получился, этот спектакль? То есть, насколько он
он не формат, или это то, что могло бы быть на какой-то стационарной театральной сцене? Анатолий Аркадьевич сказал, что это не спектакль. Это то, что мы сделали, вот это такая композиция, это наши этюды, это наше осмысление Пушкина, осмысление маленьких трагедий. Но во многих это осмысление попало как спектакль, и люди разводили руками. Что говорили, такое спектакль и не спектакль? Да. Вот это уже тоже мы вопрос. Мы показывали это людям, извините, да, в Истре, это... в Звенигороде и в Москве. И люди, да, сидели и смотрели, а кто-то, да, не смотрел. Ну, по-разному. Ну, это получилась сценическая, ритмическая композиция. Вот то, что было там поставлено, это все как бы оно на том и завершилось? Нет каких-то поползновений объединиться и поехать вот еще по каким-нибудь? О, мы мечтали об этом, да. Мы так сдружились, что думали о том, что теперь мы маленькая труппа, и почему бы не устроить такой тур по городам, по городам участников. И это, конечно, мечты, фантазии, но было бы круто когда-нибудь еще раз собраться вместе, но это практически невозможно. Ну, так, кстати, рождаются, грубо говоря, не идеальные, уникальные театры, как вот у Фоменко, например. То есть учится курс у него, воспитывается, растет с ним, они находят общий язык, и из этого рождается театр. То есть, в принципе, если бы все сложилось, то мог бы получиться свой театр, такая своя труппа, 15 человек у нас. Да, вообще это было похоже на такой экстерн, учебу в высшем учебном заведении, только вот так вот сжато вместе. И сплотились как курс, как единое существо какое-то вот на одном этом спектакле. Потому что очень похоже было. Действительно, с утра у нас, с самого утра занятия профильные, после мы занимаемся спектаклем. Это очень похоже на режим дня студента театрального вуза. Вот хотела, да, как раз к этому. Вот все эти еще физические нагрузки легко, сложно было. Это как? Потому что все-таки уже как бы отвыкли, наверное, от такого. Ну, понятно, в репетициях, когда есть какие-то там танцы или что-то, вы всем этим занимаетесь. Но вот в таком ежедневном режиме с 9 утра. Ну, я выскочу вперед. Ну, мне единственное, конечно, тяжеловато было, но у меня там травма колена. Я, конечно, очень хотел сходить на современный танец. Вот. Но, к сожалению, как бы коленка мне не позволяла ходить туда. Я там два занятия посетил, и потом очень интересно, очень хотелось, конечно, тот заряд, ту энергию, которую педагог-преподаватель давал там на этом танце. Ну, вот Таня вот как раз не расскажет. Да, вообще, конечно, телесным практикам огромное значение. Это, между прочим, и на мастерстве, и... Ну, голос и тело у актера основные, в общем-то, выразительные средства. Мне было не так, может быть, сложно, хотя мне было сложно. Нагрузки не шуточные. Я как-то выдерживала, потому что я занимаюсь фитнесом и всякими там, все такое. Но вообще, конечно, современный актер должен быть выносливым, здоровым, потому что очень много на этом. И в спектаклях это часто используется. Ребята двигаются, молодые все почти двигаются. А это сейчас принято. Это сейчас в мире... Ну, комбинирование такое. Обязательно. Без этого никуда. Да даже для себя вот так еще раз проверить свои возможности, свое тело, свои просто физические возможности дается очень редко. Ну, от спектакля к спектаклю. Ты работаешь над одной ролью, там один рисунок, он, может быть, не требует от тебя определенных затрат. А на следующем спектакле, ну, другая у тебя какая-то задача стоит. А здесь тренинг, то есть ты проверяешь всю амплитуду. И это проблемы выявляются, естественно. И ты их тоже фиксируешь для того, чтобы дальше заниматься. Это для нас лично очень важно. Могу сказать про дисциплины, просто которые там были. Это сцена движения, сцена речь. Ритмика, фехтование, вокал, современный танец. Речь я сказал, да? Да, да. Слушайте, ну много, да? Прям, да, получается. Да, 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 да. Ну, между прочим, я бы сказала, что сейчас, наверное, больше проблем с речью у всех. Мне кажется, сейчас вообще наступает такое время в театре, потому что движение, как безусловная вещь, движение, танец, ты воспринимаешь это в любом случае. Я не знаю. Это как бы очень сильно... развиты сейчас. А вот речь, мне кажется, наступает время слова и голоса. И речь, и тело тоже. Надо заниматься постоянно. У нас по сцен-движению был легендарный Дразнин Андрей Борисович. Это зав. Кафедры Щукинского училища по сцен-движению. И проблемы у молодых ребят выявлялись на раз регулярно, просто с координацией движений. Естественно, с гибкостью, с растяжкой. Но он просто давал комплекс упражнений, можно было зафиксировать, чтобы спокойно, вот дома, регулярно заниматься и развивать в себе это. Вообще, это знаете, что самое главное? Что мне больше всего, как бы я в этом удостоверилась, самое сложное и самое важное – это внимание, мозги, не спать на ходу. Мы так отвыкли включаться, вообще включение. Все люди, мы привыкли, мозги у нас, как это сказать, они становятся как каша. Там
Там ты не мог, это школа, ты не мог выглядеть дураком. Если задашь глупый вопрос или сделаешь глупую вещь, тебя высмеют. Это специально, чтобы ты не спал на ходу. Потому что спать не время. Сейчас не то время, когда нужно спать. То есть нужно просыпаться. И вот я от этого очень уставала. У меня мозги уставали, потому что мне было стыдно не включаться. Тем более будут издеваться по полной программе. Артисты злые люди, да? Не артисты, педагоги. Педагоги злые. Это ради нас. Иронизировали, конечно. Это школа. На пользу, да. Это школа. Ты не можешь... Некоторые шутили просто. Не, ну вас тоже мотивировать надо. А то вы работаете в своих театрах, аплодисменты свои получаете, а потом... Привыкаешь к своим режиссерам. У тебя зона комфорта, и она с возрастом все уже и уже становится. Тебе где удобно, там и хорошо. А когда ты расширяешь эту зону комфорта, тебе обязательно дискомфортно. И вот там был хороший дискомфорт, этот очень правильный, хороший. Понятно, да. Конечно, все вернулись, ну, такие прям вот как промытые. Я понимаю, что Заня рассказывает особенно про преподавателя по фехтованию из школы-студии МХАТ. Потрясающая пара была. Они так жестко с нами занимались, что они вещи давали просто потрясающие. Так везде, и по ритмике, и по движению, и по танцу. И по речи везде включай мозги, включай мозги, включай мозги. Без мозгов никак. И самое главное, что все эти дисциплины были как бы взаимосвязаны между собой, что они были направлены, вот как бы я для себя что открыл, что они все обращали тебя не просто какое-то учение, там, да, они там какую-то формулу давали или что-то упражнение, а именно возвращали к твоей актерской природе. Угу. Как бы такой стержень, на который нанизывался текст, движение, и все это именно стремилось к природе, чтобы это шло от человеческой природы, от твоей. Не что-то придуманное, искусственное, а именно на этом эта основа была. Они к этому все время нас возвращали. Да. Вот это очень важно. Где твое место в этом мире? Какая ты нота? Вот где твое место во Вселенной? И пойми, ты же уникальный человек. Природа. И вот с этого начинаешь, и на это все как на хороший такой скелет нанизывается. Дай бог, чтобы все росло. Вы говорите, сдружились, да, очень со всеми присутствующими, так скажем. Получается, 15 человек? Но это только в нашей группе. В группе. Да. То есть было распределение 90, по группам? 87 вообще человек, было 4 направления. 5 направлений. Мы делали «Маленькие трагедии» с Анатолием Аркадьевичем Правдиным. «Три сестры», третий акт делала лаборатория Брусникина. Было направление танца, было направление уличного перформанса и кукольный спектакль. Угу. Вот. И все ребята, все участники школы, которых было больше 80, были распределены по этим 5 направлениям в результате кастинга. Кастинг даже еще был. Все приехали и прошли кастинг, где режиссеры набирали себе из всей этой массы, кто к Брусникину пошел, кто к Правдину, кто к кукольнику, кто Ничего к перформансу. Ничего себе, еще и кастинг, круто. Да, первый день обязательно. Потрясающе. С этого все началось. Не возникало все равно, вот как бы, когда такой коллектив, да, у вас получился вот такой коллектив в данном случае, вы говорите, да, до 12 ночи, да, репетировали, и все. Что внутри было? Потому что всегда интересно именно вот кухня вот этого всего. Зачем? Наверняка, ну как же, это вы знаете, а зрители не знают. Как это все происходило? Были ли, может быть, какие-то недопонимания друг между другом? Как решались эти вещи? Режиссер, он как режиссер выступал, или он как еще и педагог, вот, да, был? Как, он с вами как со взрослыми, или как с детьми в пионерском лагере? Нет, естественно, лагере? Все уже взрослые и приехали, хоть молодые, но специалисты. Все-таки. То есть там не было школьников, не было студентов, все уже профессионалы приехали. Поэтому мы подчинились воле Правдина, который по методике, по школе стал работать сначала. Вот я фиксировал все моменты, как мы сделали этот спектакль. Мы начали просто с ощущения, с наших ассоциаций на «Маленькой трагедии». Все по очереди были создателями этого спектакля. Все приносили в спектакль свое личное переживание, свое личное ощущение, свой этюд или какой-то опыт из жизни. Из этих кусочков собрался спектакль. Вот это самое дорогое, потому что это не была воля и замысел режиссера, который приехал и все сверху взял и поставил нас за строй. Нет, мы сочинили его вместе всей группой, и вот тут мы подружились, и вот в этом кайф. Наверняка были какие-то во всем этом и шутки, и юмор, потому что артисты без юмора это сложно себе представить. Нет, как же, и капустник был на закрытии, замечательно, все готовили, да. Потом, как у нас с Радживым-то, когда безумный, безбожный пир, безумные безумцы, потом вся школа ходила, он там, когда этюд делал. Нет, это ваш индийский друг новый, да? Поцелуем это, наверное,
потрясающий человек. Да? Это такой, рассказывайте. Он много где путешествует, много где ездит. У него была такая шутка замечательная. Он всегда ходил с переводчиком, и если видел, что кто-то подходит сзади издалека, но еще не слышно, о чем говорит, он с кем-то сидит, разговаривает. Говорит: Марианна, Леша такой глупый человек, такой глупый, плохой человек. О, Лех, привет, здорово! Я не знал, что ты здесь. Он шутил. Он душевный парень. И я его спрашиваю: Ражив, ты будешь скучать, когда все. А все плачут, у всех слезы, все превращаются, как в пионерском лагере. Он говорит: нет, я не буду плакать, я много где бываю. Я бываю в Париже, в Великобритании. Он сам, естественно, сейчас пишет везде, ВКонтакте, в группе у нас свой чат общения. Ну, Раджив, конечно, наш коллега. Знаете, какая была основная еще шутка? Анатолий Аркадьевич Правдин, как всегда, в своем репертуаре ставим Дон Жуана, и у него была большая проблема. Чем Дон Жуан берет девушек? Он дал задание нашим ребятам. А, да, хороший, да. Прямо на сцене любую девушку довести до того, чтобы она захотела его поцеловать. Вот как хочешь. Искренне, обольстить. Искренне. Да. Искренне. Бегала не вся школа, уже разбегала. Искренне, чтобы она поцеловала. Чтобы у нее возникло желание. Да, да, да. То есть мы репетируем, выходим. Неформально поцелуй, а именно забирает первую попавшуюся девчонку и говорит: как тебя зовут? Как тебя зовут? Марианна. Марианна, можно я тебя поцелую? Нет. Все говорят, сразу нет. Вот и в общем, в итоге, самое интересное, что сначала, значит, на нас, на всех прошли, потом пошли уже по соседним этим, от нас девчонки уже стали бегать, разбегать. А потом стали прибегать. А потом стали прибегать. Когда слушают, что там целуются, да. А когда на спектаклях вдруг, и смысл-то был в том, что девушки отказываются. И вдруг девушки повально стали соглашаться. Просто... выходят и соглашаются, причем быстро. Режиссер ставил, что она не должна согласиться, и дальше развивалось там действие событий. А это получалось, что они соглашаются, и мы... Правдин стал говорить: надо кого-то подсаживать. Бабулю, бабулю или кошку. Что хотите делать, но чтобы они не соглашались. Ну, конечно, а то все донгуаны. Значит, получилось. Ну, мне кажется, что это все включились, наверное, эмоционально. Это было уже процесс. В других городах. А, это в других городах. В Звенигороде, в Москве. То есть люди были незнакомые. Видимо, ребята натренировались за этот месяц, и у них стало получаться. Слушайте, ну, да, удивительно. Да. Ну, хоть немножечко все-таки при этой работе, так скажем, отдохнули, там, вот вы говорите, сосны, ели. Я сплю до сих пор дома. Анатолий Аркадьевич Правдин говорит так, что хочешь отдохнуть от отжиманий, переходи на брусья. Вот так. Да, поэтому, естественно, переключили свое внимание, разрядка произошла, мы приехали заряженные энергией, но там был труд, действительно, мы работали, и это на пользу нам всем. Ну, нет. Я думаю, все равно ночь как бы, ну, компенсация давала, что там тишина, вот эта тишина, лес. Птицы, то есть, в принципе, то есть, 7, там, 7,5-8 часов для сна, ну, нормального, этого достаточно, чтобы организм тебя отдохнул, и с утра снова вперед к занятиям, в бой, достаточно этого было. В сезон, когда в Самарт вернетесь, будем просить маленькие трагедии ставить? А мы будем. Мы начнем с этого. Мы, да. 14 числа мы начинаем работать над маленькими трагедиями, это... курс Анатолия Аркадьевича здесь, в Самарте. И мы уже работали 2 года, мы работали над Пушкиным, собственно говоря, мы и над маленькими трагедиями работали. Таня Наумова ставила «Первое время чумы», вот у «Каменный гость» у меня. И мы начинаем с переноса этих этюдов, которые мы делали, на сцену маленького зала, на малого зала Самарта. Поэтому с этого начнем, и 6 числа мы что-то должны уже... показать, это будет экзамен закрытый или открытый, это уже решит мастер, режиссер. Там, знаете, как интересно получилось, я не верила, потому что Анатолий Аркадьевич говорил, что в Звенигороде будет совсем другой спектакль. Я думаю, ну, конечно, ага, сейчас. И там ребят принесли такие другие этюды, там получился совершенно другой спектакль. Мне даже жалко сейчас, что я так понимаю, что здесь будет опять другой. Да. Ну, причем, конечно. Наверное, все равно уже другой, чем был у нас раньше, наметки. Но это такой увлекательный процесс, конечно, с Анатолием Аркадьевичем, удивительный просто. Для меня вот он, самый, пожалуй, все равно самый ценный получился этот процесс. Причем даже не репетиция, он человеческий. Вот это для меня все равно. Не результат, а сам именно процесс. Вот, он бесконечен. Да. Скучать будете? По вот этой конечно, штуке. Ну, это здорово, конечно, уникально это все. Это вещи, эти вещи не повторить. Да, а я не могу сказать, что я скучаю, потому что я пришла, и у меня, знаете, столько вопросов, осталось после этой школы, возникли, хорошо, что они возникли, и мне сейчас так интересно жить вот этим,
что я вот действительно с благодарностью вспоминаю это время. Это был потрясающий подарок, конечно. Но дальше думаешь, а что я отдам-то дальше? А чем расплачиваться-то будем? И вот у меня сейчас такие вот вопросы к себе, и я этим занимаюсь, мне вот очень интересно так. И вот, извини, я перебью. Лично для себя, как бы, все-таки раньше я как-то, наверное, как и большинство актеров, режиссеров, все равно мы свою жизнь, ну, по молодости, особенно, когда только приходишь в театр, замыкаем на театре. Что я кроме театра больше... Желаю, да, не замыкаться. К сожалению, время наше закончилось. Спасибо огромное, что пришли. Безумно интересно. Я думаю, встретимся еще, продолжим этот разговор. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи.